Красавица изюминки, год и 3 месяца. Говоря словами профессионалов, она бракована, у нее дефект хвоста. Таких щенков из питомников забирают редко, но Изи повезло. Теперь у нее есть любящие хозяева. На благотворительную акцию, которая уже 4-й день идет в гипермаркете Марфина, она пришла вместе с хозяйкой, чтобы поддержать менее удачливых собратьев. Мы тоже покупаем товар и оставляем здесь. Вот, потому что собакам очень бездомным тяжело. Помогать обездоленным собакам и кошкам, которые оказались в приютах «Гав» и «Умка», представители Одинцовского молодежного парламента, волонтерского движения «Надежное поколение» и руководство гипермаркета решили сообща. Благотворительная акция «Верные друзья» проходит в первый, но точно не в последний раз. Да и сбором кормов и медикаментов для животных она не ограничивается. Наши волонтеры туда ездят, играют с животными, фотографируют их, по возможности выкладывают в социальные сети, чтобы донести информацию для людей, которые могут взять себе питомца. За 4 дня акции волонтерам удалось собрать 5 полных больших тележек корма. Вкусняшки питомцы одинцовских приютов для животных получат уже на этой неделе. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».